Это их праздник, по идее, но уперлись для нашего спасения. Если бы они не уперлись, синагога стала бы церковью, нас бы туда не пустили. Но для нас, дураков, значит, Господь сделал великое дело, очерствил сердца их, ослепил глаза их, так что они ходят как во сне, слыша не слышат, видя не видят. Для того, чтобы язычники вошли в Церковь Божию, и трапеза наполнилась возлежащими. Поэтому имейте в виду, что это закончится. Закончится скоро. Заканчиваются времена язычников. Язычники, которые попрали Божий дар, потоптали его ногами, вернулись обратно к своему язычеству, как это по множеству мест проявляется, и пренебрегли Божьим призванием, уступят место опять евреям. Потому что остаток Израиля спасется. Евреи таки узнают в лучших людях своих, что Иисус Мессия, что распяли его несправедливо, что он Господь, и восплачут о нем, как о сыне родном и единственном. А бывшие язычники, нынешние глаголимые христиане, вернутся как свиньи к своей грязи, в свое проклятое язычество. Эти времена уже наступили. Поэтому времена язычников скоро закончатся. Мы бывшие язычники, ныне христиане и дети Божии. Некогда мы не были народ, а теперь народ. Когда-то были непомилованы, и теперь помилованы. Почитайте пророка Осию, он об этом подробно пишет. И вот мы люди Божии, святые, и возлюбленные, и призванные, и освященные, званые на пир, должны хранить то, куда нас позвали. У нас больше нет богатств. Иисус Господь – наше единственное богатство. Иначе будет тьма страстей, грехов, бессмысленности и вечный ад на вечные времена. Поэтому, братья и сестры, сегодня храмы евреями не полны, потому что они продолжают находиться в этом временном ослеплении. Ради нас, болванов, чтобы мы знали, что у нас главное сокровище – Иисус, родшийся от Девы Марии, без семени, в Вифлееме Иудейском, во дни Ирода царя. Да услышит сие вся вселенная, ну, по крайней мере, хотя бы вы. Хотя бы вы убедите себя самих, что у вас больше сокровищ нет, кроме Господа и Иисуса. Он есть кормитель в юности вашей, хранитель в зрелости вашей, жизнь по смерти вашей и радость ваша на его суде. Как говорит нам об этом прекрасно Акафист Сладчайшему Иисусу. Иисусе, жизнь по смерти моей, Иисусе, утешение в смерти моей, Иисусе, надежда моя на суде твоем. Короче, там все написано. Поздравляю вас еще раз с Рождеством Господним. Прошу вас укрепить свои колени и радоваться, не давать места усталости. Это единственная ночь в году рождественская, которую нужно забрать всю забрать. Не крошки поклевать, как нищие под столом, а всю забрать ее нужно. С пророчествами, с Евангелием, с пением, чтением, со всеми смыслами ее, забрать ее всю в себя, чтобы носить ее с собой, чтобы Господь был с вами всегда, а не раз в год ночью на Рождество. Христос родился! Слава Богу!